Да, это случайно нажимает. Раздевай. Переживает за тебя тут масса. Подальше, что ли, это двинь? Сейчас, подожди. Здесь надо. Очень хорошо. Нормально, что? Покушали. Да? Квитанции. Капитальный ремонт 322. 4700. Короче, 5000 примерно получается коммуналка полностью. 5000. Это уже хорошо. Что, улыбаемся? Улыбаемся еще? Да? Улыбаемся? Улыбаемся, да? Улыбаемся. О! Улыбаемся. Что-то уже проснулись. Угу. Ну, так, мультики ему включил в машине, так. Все, вырубился. Быстро. Кеша, 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 Кешенька, Кеша, 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 Кеша. С перерывами кормлю. Он жрать хочет. Так я знаю. Все жрать хотят. Я вам тоже хотел жрать и поправился. Нет, Сереж, подожди, ты это одно, а потом ты это другое. Да? А то, что мы его возили в больницу, это как считается? В больницу мы его возили, это как считается? И что мы его возили? То есть надо еще раз, наверное, свозить, да? У него совсем другое было. Ну а что у него было? У него был цистит. Ну вот. А чего сказали цистит, ты поняла? Нет, а объедание. А переедание сказали. Переедание? Да. Что ты ерунду? Да что ерунду-то? Из-за переедания. Не бывает, ему антибиотики мы давали. Ну. Ну чего? Здорово. Делает что-то крикнет. Тики, 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 тики. Мы с ним будем что делать. Чего? Я говорю, заберем мы этого мальчика домой, и что мы с ним тут будем делать? Доставай. Сейчас. Невозможно. Куся, его положи телефон. Не прикоснуться. Хорош. К нему. Не это самое.
Одно дело здоровый ребенок, другое дело вот такой. Покалеченный. С Игорем разговаривала. Сейчас. Ой, что случилось? Пока ходила, он мне позвонил. Случилось? Говорит, это опять не туда послали, говорит. Не, ну у них хорошая история. Он сказал, что завтра чисто. Не знаю, что получилось. Я на скорую руку быстро. Приправы там вообще мало. А что это? Как твои знакомые там они попали? Ты смотришь или что? Или ты опять в телефоне сидишь? Смотрю. Офигеть. Мясо приготовилось или нет? Да приготовилось, наверное, что? Дай-ка. Что, не соленое? Горячее. Горячее еще. Нормально, мягко. А сколько там у этого мяса? 700 грамм. 4 кусочка. Ой, так вообще не соленое. Ну, не соленое. Кто, мясо? Вообще не соленое. По-моему, ни картошка, ни мясо не соленое. Вот все. Чтобы в следующий раз меня не заставляли готовить. Почему? Ну, сейчас поедите, скажете, не, все, не надо больше готовить, наверное. Да сейчас мы посолим, да съедим. Все, убрать и брать. Красавец. Ну, красавец ты у нас стал. Мясо не соленое? Красавец стал. Нормально мясо, картошка. Картошка соленая, мяса нет, да? Ну там, видишь, чтобы его просолить, надо его мариновать. А на мариновать времени не было. Ну, картошка так-то прилично соленая. Ну, вот я говорю, что ладно, хоть я еще смыл соль с нее. А мама сказала, нет, не соленая. Почему? Нет, я просто ножик попробовала, и это что-то показалось не соленое. Ну, соли, да, я переборщил, конечно, но я сразу же ее, короче, водой залил, промыл и слил. Видимо, немножко осталось. Ну, сама вода же соленая стала. Видимо, эта вода и осталась на этой картошке. Шея сильная. Вот Костя тоже за шею берет. Говорит, что она мягкая. Она единственная, которая была не жирная. Остальное все жирное было. Как ты сказала, мама готовит? Мама все время как-то готовит. Ну, обычно так. Обычно. По-первому, да? А что, ты тоже завтракаешь, что ли, тебе? А? Ну, батон, да. А, это тоже закрыто? Ну, я, короче, один из вас. Ну. Что, можно есть? Да. А, тут есть хлеб? Ну, там пару кусочков буквально. Колбаса? Да. И с хлебом? Хлеб пару кусочков. Просто порезан там. Я их обжарил, вытащил их оттуда. Ага. Затем колбаску обжарил, залил. Я возьму один. А вон хлеб на загасовке дал тебе. Нормально что. Мама уже такая, что вы там с папой? Я говорю, что ты же сказала, пельмени тебе и все. Я же пельмени так люблю. Я тоже когда-то ем пельмени. Это вечером.
что, не ел до сих пор еще? Почему? Ты я одно яблоко только съел, и все, одно яблоко. Ты знаешь, бабушка сказала, что яблоко аппетит возбуждает. Ну, что-то нихера на не возбуждает. Вернее, и хуже, и лучше не делает. Одинаково. Что хотел есть, что и хочу есть. Да? Да. Ну, так ты сейчас еще больше хочешь? Нет, не хочу, но у меня задница немножко поболит чуть-чуть. А укол ты поставила? На мельгаму только, а эти-то не ставили обезболивающие. Завтра-то это... У нас с утра-то не поставишь. А? Завтра же с утра-то она тебе не поставит. Чего? Ее не будет здесь, она же ночует. Ты поставишь. Врач сегодня был, рентген сделали или доктором? Я знаю. Да? Откуда? Я же вез. Чуть свету. А, точно, вот как тут вообще. Да, и завтра вроде он распланирует выписывать уже слабо. Не знаю, ну. А то это невозможно. Можно вот со списка выписывать. Ты что-то меня еле запустили туда. Почему? Да там вообще все забито на въезде. Машины, 4 машины пытаются заехать туда, стоянка забита. Я напрямую к шлагбауму подъехал. Там 2 мужика аж было, второй вышел мужик. Что, говорит, я говорю, у меня в списке есть, говорю, ладно, подняли. Алло. Что, Дим? Мама, где мой подъезд? Холодильник. Дима, привет. Яблоко. А, я понял. Дима, привет. Все, он так-то быстро разговаривает, так пока и все. Угу. Пока и все. Пакеты надо. Я... Кушочек. Ты опять жрать? Кушочек. Ничего, немножко надо чуть подохнуть. Отдохнуть. Кушочек. 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 Иногда вот так ногой его гладишь, иногда ему не нравится, начинает царапаться и кусаться. Да? Да. А иногда вот так вот голову делает нормально. Кушочек. А ты что, омлет не будешь есть? Буду. Да. А мясо потом будет есть? И мясо буду потом. Да. Кушочек. Наверное, да, курица есть. Много мяса? Ну, 4 кусочка было. Поешь? Ты что съешь? Так нет. Я тебе оставлю. Ну, один кусочек съешь, ни одного хватит. В смысле, я под вечером бы лучше поел. Хорошо. Мясо. Мне понравилось вчера. Оно вообще офигенское просто. Положительно. А мама, не знаю, вчера ела, не ела. Ела там меньше стало. Меньше. Кушочек. Кушочек. С кровати упал. Что, ты? Кушочек. Я с кровати упал тогда еще. Кушочек. Прикинь. Лежал на кровати и проснулся, когда уже в момент полета, когда да. Летел на пол. И вот так вот упал прямо ни рукой, ни ногой, а плашмя сразу. Бух, блядь, как мешок с говном, знаешь, рядом. Завалился. Давно, что ли? А. Давай кушать. Мама, что его просто так ест этот хлеб? Какой? Без всего. Вот этот вот. Видишь, у него пакетик. А, да, не, почему? Просто она его просто так. Майонез ест. Там почему? Майонез. Она потом не убирает в холодильник, она сразу майонезом добавляет, майонезом и все. Кушочек. Нормально? Значит, есть можно. Проба снята. Проба пера. Да. Все, выписали это чудо, которое с табуреток прыгало.
шпана. Ты как так упал, а? А? А зачем ты ему кресло-то? Он же без кресла. Ой, блядь, я же забыл. Давай уберем. Давай уберем. Трошки наши не имеют здесь. Вон Максимка. Че, раунд, да? Так, эти коты спрятались. Уже от Димы. Дима ищет черного, пытается найти. Дима, не бегай. У тебя и так проблемы. Дима, ты писать хотел? Иди руки мой, значит. Ты понимаешь, что ты сказала? Руки мой, писи. Давай иди. Дима, ты писать хотел? Туалет. Ну тогда иди руки мой. Вали отсюда. Да я уже. Вообще поведение отвратное. Да, согласен. А во всем виноваты пирожки. Знаешь, кто в чем виноват, но это просто ужас. Сосиски в тесте виноваты. Бедный, блин. Не кормили 100 лет. Иди отсюда. Прямо вести себя не умеет Дима вообще. Эй! Эй! Пленка? Дя-дя-дя-дя. Пленка? Дя-дя-дя-дя-дя. Как ее открыть? Ты пописал? Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Это ноготь из середины сломать. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Будь здоров. Будь здоров, расти большой. Передишь как дедушка. Да, привет, ты в дедушку. Это ты в дедушку передишь, да? Да. Дедушка так же как бзданет, так бзданет. Да? Что ты делаешь? Иди с дедушкой играть в паровоз. Какой паровоз? На компьютере. Ну типа Дедушка опять перешел на китайский. Нейроспан. 450 рублей, охренеть.
курочка. Ко мне претензий никаких. Курочка с картошкой. Вот. Правильно. Да почему я сейчас картошку тебе выловлю нормально? Правильно. Будет? Приправу мама сказала не ложить. Ты посолил хотя бы? И соль сказала не ложить. Да. Поэтому получайте вот такое. Все вопросы к маме сразу сказала. Я хотела приправу добавить. Я хотела сделать вкусно. Мама запретила. Это хорошо. Что? Это хорошо, ты там не перепутал. А что ты говоришь, не то, что ты хотел? Ну это капуста. Какая? Нет там капусты никакой. Морковка. Морковка, картошка. Картошку сейчас тебе я положу. А это что? Это лук, не капуста. Ой, это еще хуже. Да я не буду тебе ложить лук. Значит, сейчас пойдем пиццы купим, да? А хрена лысого тебе, а не пиццы. Все диетического получилось. А что, больше нет картошки? Или там внизу? Снизу, сверху. Три раза пернули. Да, Максимка? Три раза пернули. Вот еще раз, четвертый раз пернули. И доволен, сразу заулыбался, да? Да не стыдно тебе. Что ты стыдно? Ты стыдно, что ли, стало? Чего стыдиться-то? Да? Эй. Ёва. Я вот жрать хочу, не могу. Я хочу съесть. Так я не понял, короче, безбалетно или нет, я не знаю. Дим, иди кушай. Ты сорет. У меня что-то он немножко срыгнул чуть-чуть. Срыгнул чуть-чуть. А это у нас нейроспан, линейных волокон комплекс. Это все то же самое. Соли, но мало что-то. Соли, мало. Я же еще раз сказал, все вопросы к маме. Дима, подними, пожалуйста. Все вопросы к маме. Я хочу мяки. Оказался какой-то мячик. Дети. Ну чего? Чего там? Чего там? Ну и чего там? И чего там? Мама, это как мячик. Чего там? Какой мячик? Иди кушай. Ты вилку или ложку? Ну конечно, да, вот. На него смотришь, он сразу голову в сторону убирает. Только отвернешься, он сразу на тебя вилку, смотрит. Вилку. Да? Почему так? А? Максим. А почему так? Вот ты когда смотришь куда-то не туда. Отверну. Все, он сейчас сразу сюда поворачивается, видишь? Эй, почему так происходит? А? Почему так происходит? Мама. Зато все в собственном соку. Но.
хвостики. Она робот. Бип-боп. Погнались. Эвин, укус бестолковый. Шалби вертиховка. Дима, ешь давай. Все идет чудесно, Кухово. Карен сама не своя от ревности. Пожалуйста, я взяла целое ведро чава специально для кавалера. А для прекрасной дамы ведерко весов и гаек в машинном масле. Но я не хочу это есть. Не вздумай мне все испортить, Кухово. А ну лопай! Вертихвостка, ты самая прекрасная женщина, какую мне доводилось встречать в жизни. Опа, мальчик какой-то голодный. Боже мне. Я не знал, что такое любовь, пока не встретил тебя. О, я самая счастливая. И улыбаемся. Улыбаемся. Только я могу сделать вам то, ничего. 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 Ну, уже десна чешутся, да? Уже десна чешутся. А, Максик? Уже десна чешутся, да? Угу. Где? 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 Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. 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 Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали. Ну чё? Ну чё? Ну всё. Ну чего, чего? Ну чего, чего? Ну чего? Ну чего? Ну чего? Ну всё, 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 всё. Устали мы немножко. Немножко устали чуть-чуть. Здрасте. Оп, здрасте. Оп, здрасте. Что там? Что-то делал. Всякие игрушки. Что это? Ну, вкусная картошка. А? Картошка невкусная. Почему невкусная? Потому что, да, невкусная. Я говорю, все вопросы к солнышке. Она сказала, никаких приправ не пересаливать. Я знал, что фигня получится. Гематик, а представь, что ты находишься в 41-м году. И тебе на стол поставили вот такую картошку, и ты. А вокруг очень много людей, которые рядом живут, голодные, да, по карточкам, хлеб получают. И ты вот так вот ешь, они на тебя смотрят, ты говоришь, что-то картошка какая-то невкусная. Тебя бы там самого бы съели за одну секунду. То есть налей мне водички. Таблетки запить. Ух ты, страховка, моя страховка. Там к Масе ходит. Бабушка таблетки запьет. Что такое страховка? Точно не знаю, но похоже, что нам с тобой больше не страшен никакой вред. До конца жизни.
Короче, пока солнышко спит, я тихонечко ушел. Надеюсь, она не проснется. Съездил на заправку. Заправил 93 литра газа. Сейчас 4 лампочки. Горит под завязку. Расход получился 18,5 литров на 100 километров. То есть 93 литра я потратил на 500 километров. Значит, это все из-за того, что машина молотила по 2-3 часа, стояла. Но я не глушил ее практически, когда в больницу ездил. Что дома не глушил, что туда не глушил. Вот, поэтому как бы такой расход получился. 18 литров. Вот, сейчас еще заправлю литров 25 бензина на Башнефти, чтобы под завязку и бензин тоже был. Поставлю машину, тихонечко приду домой и буду дальше карту строить. В 2 часа ночи проснулся, начал карту строить. Потом решил, думаю, блин, да еще в том причина, что я машину же вчера помыл. Вот, а ночью как бы ноль, вот сейчас ноль стоит. Все равно как бы подмерзшая немножко. И, соответственно, нету грязи. Поэтому, а если бы солнышко в 10-11 бы поехал, там была бы уже грязь. И машина опять превратилась в хер знает что. Поэтому решил я ночью тихонечко съездить. Но самое главное, чтобы солнышко об этом не узнало. Все, еду домой. 18 литров. Все, что-то не вошло ни хера. Ёпка, РСТ. Ни хера себе, сколько не вошло. На 200, на 100 рублей, на 200 рублей не ушло. Датчик ебаный, блядь, заебал меня уже этот датчик. Запинаю по максимуму, что-то. Кресли подарил. Я думал, он обновился. Вот все, ой, блядь, налил, ёпта, растет. 20 литров вошло. 170 рублей, короче. Блять, налил тут, сука, надо тряпку где-то. В Черном море, а также оказание дополнительной поддержки Грузии и Украине. Один автоинспектор уволен, второй предупрежден о неполном служебном соответствии за нарушение экипажем ДПС порядка действий на месте смертельного ДТП на Можайском шоссе. Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, также к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей и сотрудников, а начальник ГИБДД Москвы предупрежден об увольнении в случае повторения подобной ситуации. Не рассчитал, у него 170 рублей, блин. Ой. Так. Датчик этот, блин, импульсные форсунки сраные, блин. Это из-за них все нахуй. Он вроде как обновился, а потом, видимо, опять ушел в сброс, и я подумал, что 30 литров войдет. Думал, 25 поменьше. А так, ну, блин, сколько я литров потерял? 3 литра? Ну да. Да и хер сидишь, все деньги не заработаешь, всех не потратишь. Новый папа. Так, все, надеюсь, солнышко не проснулось. Время сейчас уже 5 часов утра. Сейчас тихонечко на стояночку, тихонечко домой надо попасть или лечь в кроватку. Так, в общем, короче, съездил я благополучно, солнышко не проснулось. Время 5 часов, то есть в 4 я начал собираться. За час я успел заправить баллон, заправить бак, вернуться, раздеться тихонечко и буду дальше карту строить.